Друзья, всем привет! Завалялась вот такая крона, которая уже не действует. Решил ее применить, но уже не по назначению. В комментариях под прошлым видео Вячеслав Тихонов попросил сделать самоделкин из журнала времен СССР. Веселые картинки. Вот им сегодня и займусь. Для этого также подобрал такой материал. Шарнир от старого шкафа, который уже не держит. Пульки от детского пистолета. Ластик ненужный, крышка от кетчупа или майонеза, это шляпки от желудей, косточки от мелких слив и косточки от вишни. Может что-то еще понадобится, но это уже в процессе выяснится. Начнем с того, что сделаем ноги. Для этого нам нужно снять эти пружины от старого шарнира. Разгибаем плоскогубцами и снимаем. Эта часть может быть тоже понадобится. Теперь мы их приклеим, нанесем клей и зафиксируем. Вот так получилось. Теперь займемся головой. Для этого возьмем крышку от кетчупа или майонеза. Сделаем отверстие посередине шилом. Возьмем болтик и начнем вкручивать. Но вкручиваем не до конца. Это у нас шея получается. Теперь возьмем ластик. Приложим крышку, обведем примерно вот так. Теперь изобразим форму гайки. Это нам нужно вырезать. Возьмем канцелярский нож и аккуратно вырежем. Теперь нанесем клей на край крышки и соединим. Теперь возьмем маленький болтик и приклеим его вот сюда. Дальше возьмем пульку от детского пистолета и расколем ее пополам. Капнем клей вот сюда, изобразим уши. Приклеим наши половинки. С этой стороны, соответственно, также. Вот такая голова самоделкина получилась. Теперь мы ее приклеим к туловищу, капнем клей вот сюда и зафиксируем. Вот так вот получается на данном этапе. Я смотрю вот на этот остаток от шарнира. Мне кажется, можно сделать руки. Но для этого нам нужно это все разъединить. Теперь попытаемся придать нужную форму. Вот таким образом. Теперь мы эту руку пока приклеим. Нанесем клей вот сюда и зафиксируем. Второй руке придадим другой изгиб. Вот такую форму я придал второй руке. Далее приклеим ее на место. Вот таким образом. Дальше возьмем шляпки от желудей и косточки от слив мелких. И сделаем ступни. Для этого отрежем вот эту вот часть. Это будет типа окошко, чтобы входила косточка от слива. Вот так вот получилось. Теперь мы это склеим между собой. Несем клей на внутреннюю часть и зафиксируем вот таким образом. Вот такие ступни получились. Теперь мы их приклеим к ногам. Капнем клей аккуратно и приклеим. Вот такие ноги получились у самоделкина, но фигура неустойчивая, поэтому я думаю, надо сделать подставку. Возьмем за основу крышку, нанесем клей и зафиксируем. Теперь возьмем крышку от суперклея и проволоку. Изобразим отвертку. Нанесем клей вот сюда, на торец, и склеим между собой. Эти вот части, усики, отрежем. Дальше при помощи шила расширим отверстие и вставим проволоку. Примерно вот так получается. Здесь нанесем клей. Кончик немного расплющим. Теперь немного придадим форму надфилем. Вот такая отвертка получилась. Теперь мы ее приклеим вот сюда. Нанесем немножко клея на кончик и зафиксируем. Теперь я его покрашу и покажу, что в результате получилось. Ну вот, друзья, работа закончена. Такой самоделкин у меня получился. Не оригинал, конечно.
Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока.